Сегодня я покажу три способа, как обновить ультра, кефир или чефир на вашей приставке. Первый способ самый простой. Переходим в Homebrew меню, заходим в IO Updater. Нажимаем сторонние загрузки. И выбираем пак Ultra NX. Нажимаем «Продолжить» и соглашаемся переписать ини конфигурации. Приставка перезагрузится и установится новая версия сборки. Во втором способе я покажу, как обновить сборку с помощью адаптера и компьютера. Прежде чем достать флешку, необходимо выключить приставку. Можно использовать вот такие USB адаптеры с USB-A или USB Type-C. Или же вот такие вот microSD адаптеры. Такие разъемы часто встречаются в ноутбуках. Переходим на сайт со сборкой. Ссылки со сборками я оставлю в описании. Нажимаем релизы. Листаем ниже и качаем архив со сборкой. Распаковываем его. На карте памяти необходимо удалить все, кроме двух папок Nintendo и EMU MMC. Обратите внимание, если у вас какие-то есть русификаторы или моды, они находятся в папке атмосфер и далее в папке контент. Копируем содержимое ранее распакованного архива со сборкой и переносим на microSD карту. В третьем способе я покажу, как обновить сборку с помощью USB провода и компьютера. Для начала нам нужно попасть в Hikate меню. Нажимаем Tools, USB Tools, SD карт и подключаем USB провод. На карте памяти нам необходимо удалить все, кроме двух папок Nintendo и EMU MMC. Обратите внимание, если у вас есть какие-то русификаторы или моды, то они находятся в папке атмосфер и далее в папке контент. Копируем ранее распакованный архив на microSD карту. После того, как все скопировалось, необходимо сделать безопасное извлечение. Нажимаем «Извлечь», нажимаем «Close» и перезагружаем приставку. Все готово!